Святой Стефан Новосиятель родился в Константинополе. Уже с младенчества он являл родителям зачатки будущего великого подвижника. В отрочестве он охотно и с прилежанием занялся книжным учением, ревностно соблюдая все заповеди Христовы в жизни своей. Будучи еще совсем юным, он уже принял иноческий постриг и поступил в клир одной из константинопольских церквей. А по смерти отца, на 18-м году жизни, преподобный Стефан ушел в затвор. Подвиг его был одобрен свыше, ибо однажды ночью явился к нему апостол Христов и сказал: «Мир тебе, чадо, да будет тебе во благо сие начало добродетельного жития твоего, и да укрепит тебя в том Господь». Итак, на протяжении 50 лет святой Стефан постоянно умножал аскетические труды свои. Совершенно пренебрегал он телесными желаниями, умерщвляя плоть свою так, будто бы питался одним Духом Святым. Таким образом, к концу жизни своей преподобный стяжал от Господа великую благодать, просияв в созвездии святых, подобно древним подвижникам православной церкви, за что и прозван Новосиятелем. Приставился ко Господу сиюгодник Божий в 912 году. Декабря. День памяти преподобного Стефана Новосиятеля.